По окончании художественных фильмов обычно показывают титры и неудачные смешные моменты. Ну а мы в финале нашей программы показываем удачные смешные моменты, которые Оксана Стяжкина запечатлела, отправившись на улицы города. Сегодня она выясняла у кировчан, где они хотят жить. И что самое парадоксальное, многие хотят жить почему-то не в Кирове. Где бы вы хотели жить? В Санкт-Петербурге. Там красивые достопримечательности и очень красивые дома. В Москве там есть Красная площадь, но это такой большой жилой город. Там много людей, никогда скучно не будет. В Казань. Почему? А потому что я оттуда родом. Ой, там всякие эти, ой, ну я даже рассказать не могу. Какая красота там. Аквапарк. Как красота. Чистый, шикарный город. Республика Мали. Отдыхать, конечно, жить и работать. Наслышался очень много, что там очень хорошая жизнь. Что там очень интересно, весело, не жарко, море рядом. В лес. Какой? Ну, неважно, в любой лес. Дальше от людей. Почему? Ну, так и куда еще ехать? Думаете, в другом городе лучше? Мне кажется, нет. Зверюшек там мне бы хватило кушать. На Дальний Восток. Просто мне природа их не нравится. И вот на Байкал был, смотрел с моей, вот, вообще Байкал мне нравится. Хоть его по телевизору вижу, сколько раз его показывают по телевизору, но когда воочию его видишь, это другое совсем. В Сочи, потому что у меня там сын живет. Море, солнце, горы. К себе на родину. Это куда? В Дагестан. Почему? Потому что я там родился. Никуда не поеду. Почему это? Ничего мне нравится Киров. Нет лучше Кирова. Все прекрасно. Природа, погода, народ хороший. We'll be right back.